компания АСБ, которую я представляю, состоит из 4 предприятий, научно-производственных предприятий, которые занимаются разработкой, производством, поставкой, проектированием, монтажом интегрированных систем безопасности, радиосистем передачи извещений и программных продуктов. Здесь на выставке представлен продукт, интегрированный комплекс безопасности ПАХРА, состоящий из 2 серверов. Один из серверов – это сервер локального участка периметра, а другой сервер – локальной зоны. Система позволяет обеспечивать безопасность объектов практически любого масштаба за счет использования сотового принципа и интегрирования и применения цифровых методов передачи информации. Вся территория охраняемого объекта разбивается на локальные зоны, как я сказал, на соты. В каждой соте устанавливается по серверу. На периметре локальный сервер, сервер локального участка периметра, в зданиях сервер локальной зоны. Значит, сервер локальной зоны позволяет интегрировать в себе до 64 видеокамер, 480 приемно-контрольных приборов пятишлейфных с функцией дуплексной речевой связи, оповещение. Также входит в состав мощный блок питания порядка 3 кВт, который обеспечивает питание, резервное питание всех составных частей комплекса. Вот здесь, кроме того, на базе сервера локальной зоны можно организовать локальный пульт. Вот вы видите, подключено 6 мониторов. Монитор охраны, речи и видеомониторы. Значит, 64 видеокамеры подключаются. Параметры D1, 25 кадров в секунду. Вот такие параметры видео. Что касается уличного исполнения прибора, то оно рассчитано на подключение на те же самые функции, только видео подключается 12 видеокамер с теми же параметрами, а также вся периферия. Отсюда же осуществляется и питание периферийных устройств. Вот на нем представлено подключение видеокамер с прожекторами, громкоговорящей связи, а также подключение устройства экстренного вызова, которое позволяет обеспечить вызов охраны и передачу видеосигнала и речи отсюда. Значит, система нашла применение во многих отраслях промышленности, сертифицирована, в том числе и закончены сертификационные испытания в «Атомэксперте». Включаются в проекты на атомной электростанции, железные дороги, объекты пограничной службы, МВД, торговые комплексы типа метро, ну и многие другие. Значит, радиосистемы мы на этой выставке не представляем, но выпускается радиосистема, радиосеть и струна, нашедшие массовое применение в вневедомственной охране.